Сегодня вы увидите премьера. Дата выхода. 14 декабря 2020 года, «Россия-1» покажет сериал «Тайны следствия» 20 сезон. В новом сезоне следователь Мария Швецова переезжает на дачу, но отдохнуть на природе ей не удастся. Ограбление коллекционера, гибель ученого, смерть адвоката, загадочное убийство без тела, похищение людей, торговля наркотиками, шантаж и преследование, преступные схемы становятся все изощреннее, а злоумышленники – коварнее. Новые дела не дают главной героине разобраться в личной жизни и ответить на вопрос, что же связывает Швецову и оперативника Платонова Алексея Камашко. В команде под руководством полковника Ковина, Вячеслав Захаров, к уже полюбившимся оперативнику Курочкину Александр Новиков, начальнику отдела Кораблеву Игорь Николаев и криминалисту Квашне Степан Пивкин присоединятся новые сотрудники Ильдар Калимулин, Радмил Хайрутдинов и Катя Виктория Волохова. Смогут ли они влиться в коллектив и стать частью легендарной команды?